слышала, кому-то нужно бежать! Бегите! Бегите на покаяние! Новая жизнь! Новая жизнь! Прости все, что было! Здесь есть люди, которым нужно обновить свое покаяние! Вы потеряли отношения с Богом! Быстрее! Я праведник, который согрешил и покаялся искренне! Здесь есть люди, которым нужно выйти обязательно на покаяние. Devono assolutamente convertirsi. Чтобы я помолился за вас, чтобы Бог сегодня омыл вас своей кровью, простил вас, чтобы на этом саммите осталось все прошлое. Прямо сейчас, Дух Святой, я молю Тебя за каждого человека в этом зале и все, кто смотрит нас в эфире по всему лицу земли, по всем краям земли, Боже мой, Дух Святой. Помазание пришло, друзья. Присутствие Святого Духа, друзья. Дух Святой — это личность. Его помазание — это сила. И сейчас Его помазание здесь, Его присутствие здесь, друзья. О, я ощущаю прямо, друзья. Кого-то Бог зовет прямо сюда сейчас каяться. Кого-то Бог зовет прямо здесь выйти на сцену. Выйти на сцену, бегом, бегом оставляй свое место, быстро, только чувствуешь внутри побуждение, реагируй бегом, выходи, просто поднимай руки и молись, говори: Господь, все, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, прости все, что было, я чувствую, что кому-то нужно бежать, кто-то идет, но кому-то нужно бежать, бегите! Бегите на покаяние! Не идите к Богу! Бегите к Богу! Бегу к престолу милости! Быстрее! Я жду! Поднимайте руки! Становитесь на колени, кто может! И молитесь! Пусть Бог сейчас кровью своей омоет! Быстрее! Я знаю, оттуда должны люди бежать! Бегите! Бегу к престолу милости. Здесь есть люди, которым нужно обновить свое покаяние. Вы потеряли отношения с Богом. Быстрее! О, мой Бог! Аллилуйя! О, мой Бог! Аллилуйя! Я чувствую сердцем, друзья, Дух Святой свидетельствует мне, что есть люди, которые должны сейчас быть здесь. Вы выходите не к людям, вы выходите к Богу. Вы выходите к Нему. Wow, Tera, Shell, Soul, Kedra, Sedo, Aura, Pyra, Saya. Пропустите людей, группа порядка, ну бегом, сюда. Пропустите людей, это алтарь. Подбегайте там, это алтарь. Быстро сюда проходите. Проходите сюда. Во имя Иисуса Христа. Музыка. Во имя Иисуса Христа. Послушайте, я чувствую прямо сейчас, что как будто бы Господь хочет сейчас поднять, прямо говорит. Я в духе вижу, как Дух Святой поднимает человека, который был придавлен своим отчимом, придавлен еще в юности. И сейчас ты уже зрелая женщина, но ты по-прежнему придавлена. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Дух Святой, твои чудеса. Дух Святой творит чудеса. Проходите, еще время есть. Еще несколько минут. О, мой Бог, аллилуйя. О, Рабасанто. Становитесь на колени прямо здесь.
Становитесь на колени. Подождите, мы сейчас покаяние. Я молюсь за всех. Послушайте. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Скажите вместе со мной, Небесный Отец. Я прихожу к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Омой меня кровью Иисуса Христа. От всех моих грехов. От всех моих беззаконий. Я каюсь. Я каюсь. Дух Святой. Спирито Санто. Ты здесь. Sei qui. Наполни меня. Riempimi. Прямо сейчас Дух Святой, друзья, ora, здесь ora, Он наполняет Santo, вас. Qui, замрите на минуту. Riempendovi. Замрите, ни о чем не думайте. Non pensate nulla per un minuto. Дух Святой. Spirito Santo. Сейчас вы можете ощутить прямо покачивание. Как будто вы немножко как опьянели. Это помазание, друзья. Закройте глаза, забудьте обо всех. И как только вы почувствуете, вы можете почувствовать ветер, тепло. Вас может пошатывать. Дух Святой. Спириту Санто. Прямо сейчас я вижу, как Дух Святой вынимает жало. Вынимает жало. И оно вынимается прямо как будто из легкого. И в то же самое время это душевное жало. Прямо сейчас это боль, которая переросла в физическую боль. Прямо сейчас оставила вас. Исцеление происходит. Легкие исцелены. Прямо сейчас. Я вижу, как человек привязан. Буквально его ноги. Они связаны. И ты стоишь на месте. И это происходит уже около 7 лет. Ты не можешь продвинуться вперед. Я говорю о мужчине. И это конкретная зависть. У тебя был конфликт. Конфликт с женщиной. В бизнесе. Прямо сейчас я разрушаю это наведенное проклятие. Прямо сейчас прости, прости ее. Все, кто не могли кого-то простить, простите сейчас. Это решение вашей воли. Вы принимаете решение. Чувства пойдут за вашей волей. Скажи, я прощаю. Я прощаю. Я прощаю. И начинаю новую жизнь. Своим прощением я отрезаю прошлое. Своим прощением я делаю сейчас шаг в новое будущее. О Боже, спасибо Тебе. Многие прямо чувствуют, как свет изливается в их душу. Как свет изливается в их сердце. Как ваш дух начинает светиться. Аллилуйя! О Боже, аллилуйя! Прощение грехов я провозглашаю на этом месте. Прямо сейчас! 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 Будь прощен! Прямо сейчас примите! Скажи, я принимаю прощение Бога! Через кровь Иисуса Христа! С этого момента я прощен! Io sono perdonato. С этого момента da questo momento, я новое творение. Io sono nuova creatura.
С этого момента я праведник. Sono giusto. И даже если я согрешу, e anche se io dovessi commettere... я праведник, который согрешил. Giusto, che ha commesso un errore. И покаялся искренне. E voglio convertirmi in maniera sincera. Но я не грешник. Ma non sono un peccatore. Я новое творение. Sono una nuova creatura. Я новое творение во Христе Иисусе. Я праведник. Я искупленный. Sono espiato. Аллилуйя. О, Дух Святой, друзья. Что-то особенное произошло только что. Qualcosa di particolare in questo momento. Боже, ты дал мне, Господь, это благословение. Dacci la nostra benedizione. И прямо сейчас я разрушаю родовое проклятие, которое шло по роду. Проклятие одиночества, проклятие семейное, проклятие болезни, проклятие смерти, проклятие колдовства. Я разрушаю сейчас во имя Иисуса Христа. Боже, и прямо сейчас мы молим. Боже, кровь Твоя да омоет всех предков, всех нас. Пусть мы будем отрезаны Твоей кровью от всех демонов, которых они впустили в наше семейное древо. Прямо сейчас прощение покрывает. Кровь Иисуса Христа покрывает семейное древо, скажи, Боже, кровь Твоя, да покроет мое семейное древо прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да будет так. Я благословляю вас. Амен. Бенедиско, амен. Амен, 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 амен. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь мой, Бог мой, как прекрасно. Друзья, я вас всех поздравляю. Я вас всех поздравляю. И тех, кто не получилось попасть на сцену, я вас тоже поздравляю. Вы можете идти на свои места. Вы должны знать, вы всегда... Знаете, как должны помнить, когда я говорю о семени, знаете... Вы находитесь, может, в какой-то церкви. Будьте верны в десятине. А партнерские, партнерам служения, миссии, у которой цель. Вы знаете, что Бог дал мне цель. И сказал мне, что я должен принести Евангелие в каждую страну на этой земле. Но не просто в страну. Он сказал мне, чтобы я молился в телевидении. И сейчас я могу молиться за фотографию, которую человек находится на другом конце света, он исцеляется. Поэтому Бог сказал, ты должен принести Евангелие в каждый дом. Явление силы и духа и силы. Слышите? Явление духа и силы в каждый дом. На всей планете.